Представляете, стендап мы выбрали. И местечко-то классненькое, за моей спиной. Что такое за моей спиной? Река Урал. Это город Магнитогорск. Чуть-чуть дальше правый берег. Как до сюда доехать, да очень просто. Вот. Казачья переправа, вот она там. То есть перед казачьей переправой. Прямо перед казачьей переправой поворачивайте направо. Дорожка не самая лучшая, но хорошая. И она вас приводит в МЖН авто. Точнее, это получается автосервис на казачьей. Можете так взять, можете по-другому. В общем-то, в этом сервисе ремонтируются все машины. И в такие в том числе. Представляете? Я, конечно, понимаю, что где-то было бы мест побольше, но такого места и нету, потому что здесь все круче. 3000 квадратных метров. А еще очень хорошая служба аварийных комиссаров. Они независимые и правильно делают. Они обеспечивают вашу безопасность на наших замечательных, сногсшибательных дорогах города Магнитогорска. Да это часто случается. И мы попадаем, и в нас попадают. И по сути дело не в том, как мы ездим. Дело-то в другом. Как мы заточены, а не как. Приезжает служба разбора, делает отвратные снимки. Приехал в разбор полетов, ну, получил тот либо иной результат. А потом страховая компания минимизирует свои расходы. Вывод: подключаем качественных специалистов. А где их взять? А их предоставляет сервис на казачьей. Вызывая аварийного комиссара, вы получаете грамотную юридическую помощь. В случае, если возникает спорная ситуация, как часто это бывает, вы получаете бесплатно фото-видеосъемку, которую произвели комиссары от МЖН Авто, получаете схемы, документы, получаете грамотную поддержку в ГИБДД и бесплатное сопровождение. Ну и чтобы вы поняли, в 90% случаев лучше вызывать нормального специалиста, который рассудит вас на месте. Конечно, понять наши правила, в которых пень на колени оказывается прав, тоже не ясно. Но в остальном и не на перекрестке, и не при повороте налево, при пропуске вас, все становится более чем очевидно. Качественная съемка, качественный анализ, качественное сдирание бабла со страховой и качественно выполненный ремонт. И все это в одном месте. Вам надо только понять, где это делается. И, кстати, эвакуатор-то сюда бесплатен. Мы вызываем эвакуатор, опять же повторюсь, ночь, не ночь, звоните. На эвакуаторе вас предоставляют бесплатно, на нашу стояночку привозят. Если машина разбита, открыта, чехолечком все это красиво укрывается. И ждем вас с документами с ГАИ, с комиссаром. Приезжает комиссар, документы ГАИ у вас есть. Делаем доверенность, чтобы вам потом не бегать с работы, еще что-то. Тратить свои личные деньги, будем в будущем мы за вас бегать. Делаем доверенность, мы в это время на следующий день заказываем запчасти, смотрим БУ, новые запчасти, с каждым клиентом индивидуально мы, конечно, работаем, потому что страховая выплачивает не полностью, может быть, с износа, машины не свежие. Как запчасти приходят, делается независимая оценка, перед этим, конечно, все это нужно посмотреть, перевести все в рубли. Запчасти пришли, вызываем клиента на ремонт, делается машина, вызывается мастер. По качеству проверяет он все, на свет, на качество покраски. Машина отремонтирована, вызываем клиента, сам принимает клиент. И как бы без проблем, буквально там неделю, две, три максимум, клиент забирает машину, просто никуда не ходив. По запчастям у нас есть большой спектр услуг, новые запчасти, бэушные запчасти. На любого клиента мы подоберем запчасти, на любой кошелек. То есть надо понимать, что если у человека возникла проблема, гораздо проще обращаться к вам. И у человека вообще не возникает никаких дальнейших сложностей. Да, пришел, оставил машину, оформили документы, что машина стоит здесь, сделали доверенность и просто ждем звонка о готовности автомобиля. Все, все проблемы. А для того, чтобы вы поняли, сервисов дорогих в городе хватает. И это то, что дают дилеры. Теперь не про дилеров. Я, конечно, понимаю результат, но за мизерную сумму вам никто не выполнит качественный ремонт. Здесь все по-другому. Здесь любят своих специалистов, и они делают машины. Причем делают их замечательно. И чем ли вам не сюда обратиться, а? Если вы попали в ДТП и хотите отремонтировать свой автомобиль у нас, то все вопросы, связанные с получением денег со страховой компании, будем решать мы. То есть это и обращение в страховую компанию, написание заявлений,
написание досудебной претензии, организация независимой оценки и даже все судебные процессы – все будем делать мы. Причем для клиентов, которые будут ремонтировать свой автомобиль у нас, данные услуги будут бесплатны. То есть мы избавляем вас от беготни по страховым компаниям, по судам, а вы забираете свой готовый автомобиль сразу после ремонта. Также, если вы попали в ДТП и не согласны со своей виной, то мы поможем вам установить справедливость и доказать вашу невиновность. Мы помогаем людям добиться со страховой компании выплаты, которая положена людям по закону. Если у вас возникли вопросы, связанные с получением страхового возмещения, возмещением ущерба от ДТП, то вы можете обратиться к нам, все консультации у нас бесплатны. То есть теперь все стало понятно. Нигде ранее я такого не видел, нигде ранее не был понятен результат. Отдаем машину, определяемся с запчастями и красим. Кстати, если вы хотите качественный результат, то по сути надо понять. Вы хлопнули, либо в вас залетел кто-то, но здесь супер, и вот это главное. Куда приехать, а приехать просто. Магнитная 109/1. Понять-то нужно. Магнитная 111 заканчивается и поворачивает прямо направо. И приезжайте сюда. И понимаете, что только здесь все делается для вас. Здесь деньги на вас не зарабатываются. Просто заключаете договор и используйте именно этот сервис.